Уважаемые болельщики и участники соревнований, Московская Федерация Футбола рада приветствовать вас на первенстве Москвы по футболу среди команд спортивных школ 3-й лиги. Напоминаем вам, что в соответствии с законом о болельщиках на матчах под эгидой Московской Федерации Футбола недопустимы нецензурная брань, курение, распитие спиртных напитков, агрессивное поведение на трибунах, использование пиротехнических и лазерных устройств. За данные правонарушения законодательством России предусмотрена административная ответственность. Актуальную информацию о матчах данного турнира вы можете найти на официальном сайте Московской Федерации Футбола и в наших аккаунтах популярных социальных сетей. Все матчи первенства Москвы обслуживаются судьями Московской коллегии судей по футболу.
Сало, Карим!
своей броне. Нет, что ты делаешь?
Thank you.
Давай,
But soon it was over. You were my only one. Yeah, you were my only one. Yeah, you were my only one.
Давай!
Можно. Ой, 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 ой,
Thank you.
Боится, Билл!